Основа торта – хороший и вкусный бисквит. Ванильный бисквит готовлю часто. Должна признаться, что ничего лучше него пока что не придумала. Идеально подходит для тортов с большим количеством фруктов. Это классический рецепт бисквита, который используется для приготовления разнообразных тортов, пирожных, десертов. Для традиционных тортов готовый бисквит разрезается вдоль на 2-3 коржа, пропитывается любым сиропом и прослаивается кремом. Также бисквит можно нарезать кубиками для тортов типа графские развалины или некоторых десертов. Или пропустить бисквитный корж через мясорубку для пирожных, типа картошка. Фантазируйте и пусть все получится вкусно. Приятного вам аппетита! 1. В одной емкости смешайте муку, разрыхлитель и соль, просейте сухую смесь через сито. 2. В отдельной глубокой миске смешайте масло, сахар и ванилин. Взбейте масло до полного растворения сахара с помощью миксера. После вбейте яйца и взбивайте смесь на высокой скорости до однородности. 3. Постепенно введите в жидкую смесь сухие ингредиенты и перемешайте тесто. 4. В тесто влейте молоко и снова хорошо перемешайте. 5. Вылейте тесто в форму для выпекания. 6. Выпекайте бисквит в течение 40-45 минут при температуре 180 градусов. 7. Готовый бисквит можете смазать взбитыми сливками после того, как он остынет до комнатной температуры, и подавать к столу.